здесь попадание на всех и растянемся. Нет, нет, просто, не подряд, просто. Да, 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 друг за другом.
сюда. Еще 3 минуты, кому что надо. Надо еще раз сюда. Раньше с ними конфликты были, потому что они, знаешь, в 10-15 начинают заходить в зал, там разговаривать, все такое. И, типа в 10-29 они начинают в 12. Ну, были высоки, короче. И Кубович там, да? Ну, это да, да, да. Вот так я с ним гавкался, понимаешь? И Кубович? Там пиздец. Давайте разменяемся на пары. Ладно, я с тобой сегодня буду. Чуть подвигайся. Защитите пока. Thank you.
Отталкивать, ребята, не надо. Саша сделал неправильно. Просто стараемся упираться, чтобы человеку максимально затруднить движение мяча и ведение. Пошли дальше. Я вижу, как тебе не надо. Да, обязательно все.
попадание по будет, скажет. Thank you.
Так, сейчас, ребята, еще одно упражнение. Поиграем 1-1, а потом еще одно упражнение будет на броски. Опять разбиваемся на пары. В тройке, ну, человек один, меняйтесь. В принципе, можете не в тройке, можете постоянно меняться один человек, чтобы каждый с каждым сыграл. Становитесь все, ребят, в центр. Сколько мячей надо? 3 мяча. Thank you.
Хорошо, ребят. Так, сбиваемся тоже. Да, одна тройка будет. Две пары. Сейчас минуту отопите, попейте. Снимаю, что я снимаю, даю себе. Ты уже женишься, защитить, но это не так.
последняя точка. Давайте смотрите, каждый бросает по два штрафных, стоит и мячом друг за другом, по два штрафных. Вам надо забить 9. Или 8. Давайте 8. Можете забить 8. Забивайте 8, делайте вы задание, не забивайте 8. Забивайте 8, делаю я задание, не забивайте 8, делаете вы задание. 8 подряд? Нет, не любое задание. Давайте, давайте так. Так, 14 человек. Сань, назови любую цифру от 15, от 20 до 40. 20. 20 жеманий. Все, что давайте. Два штрафника. Два штрафника. Давайте. Бросайте, я буду давать. Делаем, давайте, заминку.
Ситуация, сбиваешься на пары. Ложись. На живот ложись. Смотри, давай. Руки сюда, назад. Вот, расслабляйся. И вот, и тянем голову вниз. И все, расслабился. Делаем все, ребята, по парам. Нет, не тянем, просто вот, чуть-чуть подняли, держим, все. И человек, который пусть расслабится. Спокойно. Не-не-не, пока не надо. Так, а меня забрать потом? Будем потом, сейчас любое упражнение. Упражнение. Вот сейчас делаем. Да, расслабьте свои клешни. Это расслаблено. Это расслаблено. Что дальше? Ну давай, так потом меняемся. Делаем. Трясем, чтоб тебя. Бляха, тебе. Лежат эти бляха. Это мягкий программист. Я сейчас замуж делаю. Меняемся. Нет, ты послушай, это было. Нет, ты можешь. Ой, блядь. И вот так вот, а? Вот так вот? Ой, все. Вот так вот, я чуть не офигел. А ты, ну, ты сказал ей, типа, не надо? Я не знал, что... Она просто не говорит? Нет. Ты делал такое упражнение, и ты сказал ей? Нет. Делал лотос. Я просто, получается, себе подарил, я ушел, и не дозаполнил до конца анкету. Там можно было жесткий, средний или легкий. Она поставила жесткий. А, она поставила. Так больно делала. Ну, да, очень. Она жесткий. Да. Я уже сначала по жести. Получилось. Ну, все дело лежу, она получается. Слышу, залазит тапок один, второй снялся. Знаешь, у меня сразу же ассоциация, как в фильмах бывает. Я думаю, ну блин, да не должно же так быть. Она лоб дальше лезет, я смотрю, уже больно. Потом, когда на локте ему сюда в лопатку начала, очень больно. Она спросила, окей, я сказал, окей. В принципе, ребят, все нормально. Да,